Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. До Великодня 5 днів. Що треба знати про це свято? Сьогодні будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» настоятель Свято-Покровської церкви Дніпра протоієрей Максим Злобін. Я рада вас знову бачити в нашому прес-центрі. Пропоную розпочати з історії цього красивого світлого свята. Будь ласка, розкажіть нам. Ну, мы все знаем, практически нет ни одного человека, кто бы не знал суть праздника Пасхи, Воскресения Христова. Он берет свое начало с древних времен, с Ветхого Завета. Это праздник праздников и торжество из торжеств. Первоначально он был установлен в древности евреями, точнее самим Богом, согласно книге Библия, когда Господь повелел пройти и избавиться от пленения египетского, избранному израильскому народу. И вот именно от этого и произошло название самого праздника Пасхи. Такое вот слово «пасах» в переводе на наш язык означает «прохождение, избавление». И, конечно, уже из ветхого времени этот праздник, символизируя избавление человечества от греха, проклятия и смерти, получает свое распространение и передается уже в новое время, когда на землю пришел Спаситель Христос, который победил смерть на кресте, который разрушил силу ада. И действительно, вот этот праздник прохождения, избавления является символическим в плане победы смерти и цветение жизни. Поэтому Пасха Христова – это праздник начала новой жизни. И вот как символично он совпадает с весенним временем, когда на улице весна, когда все расцветает, и, конечно, расцветает наша душа. Поэтому этот праздник, он любим многими-многими людьми, в том числе и людьми, которые могут себя не причислять к каким-то определенным конфессиям, религиозным течениям, но для них Пасха является символом весны. Дякую за відповідь. Насправді більшість людей неправильно сприймають істинну суть Великодня, як і більшості церковних свят. Ми про це з вами неодноразово говорили. У всіх таке бажання скоріше розговіятися, хоча навіть вони не дотримувалися посту. У чому ж ось така духовна сторона цього свята, в чому ось ця істинна суть Воскресіння Господнього? Ну от, якщо ми відкриваємо Священне Писання, мы читаем там слова Иисуса Христа, которые Он произносил в течение 3,5 лет своего земного служения, и неоднократно говорил о том, что «мне подобает быть распятому на кресте, я умру, и в третий день я воскресну». Вот это суть духовной стороны этого праздника. Христос неоднократно говорил о себе, напоминал пророчество Ветхого Завета о том, что Он является избавителем, является Мессией, спасителем человеческого рода. Апостолы не всегда понимали, о чем говорит Христос, тем более не понимали те, кто его слушали, те, кто ходили вслед него и воспринимали его проповедь как добрые, радостные слова. Кто-то считал его пророком, кто-то считал его победителем Римской империи, который принес израильскому народу избавление от этого вот порабощения. Но Христос ясно говорил: «Я принес на землю мир». Мир между Богом и человечеством. Вот этот мир как залог новой будущей жизни. И своей смертью и воскресением Христос даровал нам жизнь. Несмотря на то, что мы все-таки все равно умираем, мы проходим какой-то этап жизни на земле, но душа наша не умирает. И вот мы, присовокупленные Христу, получаем вот этот залог вечной жизни уже здесь, на земле. Поэтому духовная суть этого праздника, конечно же, это не народные традиции, хотя и это мы откидывать не можем. Духовная суть, что все мы, во Христе родившиеся, уже никогда не умрем. И, конечно, тот ветхозаветный пасхальный агнец, который вкушали евреи, это уже наша новая Пасха. Мы так и говорим: наша Пасха Христос, избавитель и победитель смерти. Поэтому духовный смысл праздника – победа над смертью, торжество жизни в Боге, в нашем Творце и Спасителе. Ну, дійсно, ви сказали, що традиції ми відкинути не можемо, і оминути буденні питання теж. Що готувати, як правильно зустрічати це свято? Ну, звісно, я думаю, що в кожній сім'ї на протяжении многих лет сложились уже какие-то свои традиции, свои такие вот постулаты, каноны празднования Святой Пасхи. Однако стоит не забывать о том, что есть и общепринятые, если можно так сказать, рамки празднования Пасхи в нашем народе. Конечно, необходимым атрибутом Пасхи является, конечно же, самое первое – это Пасха, это кулич и это крашенка. Это пасхальное яйцо. Пасха творожная – это символ самого праздника, так же, как и кулич. Каждый из этих атрибутов имеет свою символику, свое предназначение. Они плотно и достаточно давным-давно вошли в атрибут празднования Пасхи. Конечно, сюда мы причисляем, что предпраздничную суету, это приготовление дома к празднику, это уборка, это выпекание пасхального кулича, это когда мы красим яйца, когда мы стараемся сделать, украсить корзинку красиво, для того, чтобы в эту корзинку сложить пасхальные снеди и понести их в храм на освящение в пасхальную ночь. Поэтому традиции, они везде разные, каждый в своей семье наполняет эти традиции тем, чем пожелает. Однако самое главное, чтобы вот эти традиции, они вели все-таки к осмысленному празднованию Пасхи. Чому саме яйця та Пасха стали такими головними стравами, атрибутами свята? Ну, знаете, так как сама творожная Пасха, она имеет форму усеченной пирамиды, она символизирует собой гроб Христов. Воскресения не было бы без смерти на кресте и погребения. Кулич собой знаменует артас. Это священный хлеб, который выпекается специально к празднику Пасхи. Он тоже символизирует гроб Господень, но однако он является собой чисто ритуальное богослужебное употребление. Он носится на крестном ходе в течение 7 дней после Пасхи. Потом он разделяется для верующих, и верующие с огромным святостью, с молитвой, с благоговением вкушают его в течение года. Вот когда они болеют, есть такая благочестивая традиция. То есть кулич – это прообраз артаса, а артас – это знамение Христа. То есть это такая вот традиция, идущая от первых веков христианства. Ну и пасхальные яйца, конечно же, мы вспоминаем здесь случай, который произошел с равноапостольной Марией Магдалиной, которая у императора Тиверия опять-таки проповедовала истину воскресения Христова, вокруг все смеялись, она взяла куриное яйцо и со словом, с таким приветствием протянула его императору и сказала: «Христос воскрес». И это яйцо вмиг на глазах императора из белого превратилось в красное. То есть для нас это тоже символ воскресения. Ну и само яйцо, мы понимаем, мы взрослые люди, что собой символизирует яйцо, внутри которого таится новая жизнь. Поэтому такие необходимые атрибуты, которые опять-таки нас возвращают к истинному значению Пасхи. Это жизнь, это воскресение из мертвых. Дякую за відповідь. Особисто у вас є якийсь особливий рецепт Пасхи? Ну, конечно, в моей семье мы традиционно стараемся искать новые рецепты, то есть мы не останавливаемся. Моя супруга, например, последние годы делает крафины. Очень интересные пасхи, они пекутся таким особым образом. Я, конечно, не повар, не пекарь, я не знаю как, но вот смотрю на нее, раскатывается тесто, на этот круг выкладывается начинка, это может быть изюм или какие-нибудь другие снадобья, кто что хочет, хозяйка сама решает. Потом этот круг скручивается, разрезается по диагонали и закручивается так, что образует собой пасху. Это называется пасха крафин. Сверху она может украшаться любым способом. Поэтому главное не отступать от таких общепринятых норм, что Пасха – это сдобное тесто, это символ вот жизни. Поэтому хотите пеките крафины, хотите традиционные пасхи. В каждой семье бывает по-своему. Сейчас существует масса рецептов, можно зайти на любой интернет-ресурс, почитать и себе что-то найти хорошее и интересное. Дякую вам за цікаву таку ідею. А скажіть, взагалі ж відомий такий факт, що церковні свята вони не обмежуються одним днем. Скільки взагалі триває Пасха і чи розділений цей період на якісь окремі цикли? Вот хочется, знаете, на этот вопрос в первую очередь отметить то, что для большинства околоцерковных людей, то есть тех, кто крещен, но не просвещен, те, кто ходит в храм по большим праздникам, как мы говорим, для них приветствие «Христос воскрес» длится ровно 24 часа. То есть в Великий Светлый Понедельник, если этому человеку сказать «Христос воскрес», он с непониманием к этому отнесется и может сказать «Так вчера же была Пасха». Но согласно древнему церковному уставу мы празднуем Пасху в течение 40 дней. И первая неделя, первые 7 дней Святой Пасхи, они в церковном уставе знаменуют собой как бы единый день. Представляете, 7 дней – как будто бы вот один день. Служба идентична пасхальной ночи. И так каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг и до воскресенья. Потом мы вспоминаем уверение Фомы, это Фомино воскресение. После этого мы следующее воскресенье, это неделя жен мироносец. Мы вспоминаем замечательных жен мироносец, которые не побоялись присутствовать и сострадать Христу, находиться у креста Господня, которые первые с апостолами пришли помазывать Христа. Потом у нас неделя, через неделю опять, воскресенье о расслабленном. Потом у нас неделя или воскресенье о самарянине. И потом неделя о слепом. Разрезает вот эти 40 дней праздник преполовения П'ятидесятницы, то есть половина пути к П'ятидесятнице, к дню сошествия Святого Духа на апостолов и учеников. Ну и завершается уже все накануне великого 12-го праздника Вознесения Господня. Поэтому 40 дней мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе». И, кстати, в некоторых домах, в некоторых семьях в течение 40 дней люди постоянно пекут Пасхи, красят яйца и продолжают вот это вот праздничное настроение. А чем святкова служба відрізняється від буденної? Праздничная служба, конечно же, отличается более торжественным настроением, торжественным или, как написано в церковном уставе, красным пением. Мы в эту ночь, мы в эти дни пасхальные стараемся всем поведать о воскресении Христовом, поэтому тропарь Пасхи, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав, мы поем на всех языках, которые только можем. Например, в нашем приходе мы это делаем на церковнославянском, на украинском, на русском, на французском, на сирийском языке, на арабском, на английском. Мы стараемся поведать всем, кто бы ни пришел в храм в эти пасхальные дни, о вести воскресения Христа. Ну и, конечно же, огромное значение в эти дни имеют церковные тексты, которые трактуют, рассказывают и возносят наш ум к сути этого праздника. Христос победил смерть, сошел в ад и даровал нам жизнь вечную. Вот таким вот образом. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, а чим православне розуміння Пасхи відрізняється від неправославного? Чому, наприклад, на Заході головним святом вважають Різдво, а для всіх православних саме Великдень – свято свят и торжество с торжеств? Ну, если мы говорим о неправославном праздновании Пасхи, я так понимаю, мы подразумеваем другие христианские конфессии, в том числе и католическую церковь. Естественно, и, конечно же, мы вместе с католической церковью празднуем событие воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Празднуем в разные даты, празднуем, может быть, в традиции по-разному, но, естественно, суть одна и та же. Как и у католиков, так и у православных, Воскресение Христова – главный праздник всего богослужебного года. Что касается вопроса о таком разнообразном стиле празднования, то здесь я бы хотел, знаете, вспомнить о Рождестве. Вот Рождество западное, Рождество наше, славянское, украинское, мы всегда говорим «с Різдвом Христовым». На Западе всегда говорят «с Рождеством». Этот праздник, к сожалению, во многих западных странах превратился в маркетинговое торжество. Торжество подарков, торжество празднований, поздравлений, но в этом торжестве забывают о том, кто же родился. Также и здесь забывают люди о том, кто воскрес, и говорят «Пасха». говорят о каких-то кроликах, говорят о каких-то зайчиках. И хочется особо отметить, что и к нам проникла вот эта западная культура. Сейчас в огромном количестве, в больших, огромных магазинах, на рынках мы видим атрибутику Пасхи, где мы видим кроликов, зайчиков, какие-то вот нейтральные пейзажи, рисунки, разукрашки для детей. Мы все меньше видим образы храмов, образы пасхальной корзины, образы священнослужителей. То есть вытеснение сути праздника происходит очень стремительно. В этом я вижу нашу разницу в празднованиях. Отступление от сути христианства, потакание духу времени, оно никогда не приводило ни к чему хорошему. Поэтому все-таки хочется призвать всех православных христиан придерживаться наших традиций, праздновать Пасху правильно и своим детям, своим внукам рассказывать о том, кто же воскрес и для чего он воскрес, и каким образом воскресение Христа может помочь мне в моей жизни временной и в моей жизни вечной. Як буде проходити цьогорічне святкування в умовах пандемії? І таке питання, можливо, яке ваше особисте ставлення до онлайн-богослужінь? В этом году, Божьей милостью, мы находимся еще не в такой страшной зоне, именно если говорить о нашей области. Поэтому нам разрешено проводить богослужение в храме при открытых дверях, но с соблюдением правил карантина. То есть мы соблюдаем дистанцию, определенное количество людей в храме, естественно, все находятся в средствах индивидуальной защиты, и обряд освящения пасхальных снедей мы будем проводить, естественно, на улице, на расстоянии 1,5 метра друг от друга. То есть мы определяем это расстояние, мы наносим разметку на улице, и дежурные в храме из числа прихожан следят за тем, чтобы те, кто приходит именно на освящение пасхальных снедей, чтобы они становились правильно. У нас уже в этом году есть опыт, мы провели вербное воскресенье вот пару дней назад, слава Богу. Народ с пониманием относится, люди приходили, сами выстраивались на определенной дистанции, все были в средствах защиты, и слава Богу, все прошло на очень хорошем уровне. Поэтому надеемся, что и в пасхальную ночь люди проявят уважение, понимание. И еще раз призываем людей, которые чувствуют недомогание, слабость, людей, которые находятся в категории, в зоне риска, все-таки подумать над тем, нужно ли им идти на богослужение, либо прийти утром, осветить пасхальные снеди, зайти уже, в принципе, в пустой храм, когда уже все уйдут с богослужения, поставить свечи, подать записки и помолиться. Поэтому мы к этому, конечно, призываем и переживаем, чтобы никто не испытывал какого-то дискомфорта и никто не принес какую-нибудь, вот, не дай Боже, заболевание, заразу вот, в храм, чтобы, не дай Боже, кого-то заразить. Мое личное отношение к онлайн-трансляции очень позитивное. Те, кто не могут быть на службе, они молятся и смотрят эту онлайн-трансляцию. Конечно, они не могут причаститься в онлайн-трансляции, они не могут исповедоваться, но присоединиться к общей молитве – это вполне реально. А в любой другой день по личной договоренности со священнослужителем пускай люди подходят, решают, мы будем исповедовать, мы будем причащать, потому что мы находимся в состоянии карантина. Господь посетил нас этой болезнью, что-то нам хотят сказать через эту болезнь, поэтому мы должны смирить свою голову, соблюдать все правила, каяться в своих грехах, все-таки не думать надменно, что меня это не коснется, иметь веру, надежду, любовь, и тогда у нас все будет хорошо. Що ж, сподіваюся, що дійсно так і буде. І підсумовуючи нашу прес-конференцію, пропоную вам розказати, як же правильно підготуватися до Великодня саме з духовної точки зору, якщо от відкинути зараз там і Пасху, і крашенки, от саме поговорити про таку духовну складову цього свята. Ви знаєте, лучше мене сказал много веков назад об этом святитель Иоанн Златоуст. Я предлагаю всем, кто будет видеть, слышать, смотреть нашу пресс-конференцию, найти слово огласительное святителя Иоанна Златоустова во святой день Пасхи, где святитель Иоанн говорит о том, что все, и постящиеся, и не постящиеся, и те, кто пришли в последний час к этому агнцу упитанному, то есть к Христу, Все придите в радость Господню, все войдите, насладитесь этим пиром веры, насладитесь этой вестью, что вы никогда не умрете, что каждый человек, рожденный на земле, призван к блаженной, к счастливой, к радостной вечности вместе со своим Творцом и Господом. Поэтому я хочу призвать всех насладиться этим пиром веры, сделать правильные выводы из праздника Светлого Христова Воскресения, не лениться, жить в духе, жить в истине, любить друг друга, прощать друг друга и делать побольше добрых дел, побольше делать жизнеутверждающих дел, как это сделал для нас наш Спаситель и Господь. И, конечно, всех хочу поздравить с наступающей Пасхой, несмотря на то, что сейчас еще такие скорбные дни Страстной недели. Но даст Бог, доживем до Пасхи, до этого светлого праздника и будем в радости встречать его. Що ж, я вдячна вам за наше сьогоднішнє спілкування. Говорили про Великодні, що треба знати про свято Воскресіння Господнього. Розповідав нам настоятель Свято-Покровської церкви Дніпра, протоієрей Максим Злобін. Ще раз вдячний вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!